Всем привет зрителям, подписчикам канала. Вы на канале Телемастер 222. Поступил телевизор на ремонт от фирмы BBK. Модель 39 LEM 1089/T2S. Телевизор поступил. Включается, звук есть, нет изображения, заявленных клиентом. Значит, в дальнейшем что неисправная подсветка. Сейчас будем ее менять. Так он сзади выглядит. Такое вот интересное крепление на стену. Просто вешает его там на гвоздик, да. Такое самое простое в виде тросика сделано. Сейчас будем разбирать. Я уже приготовил донора. Так, то я его набрал в интернете. Первого, предварительно, даже не скрывая еще телевизора, я его еще не скрывал. Как говорится, набрал. Ну, не нашел, какая в нем подсветка используется. Когда бываем, загугливаем какой-нибудь телевизор, там сразу вылазит подсветка. Ну, на эту модель ничего не нашел, что там стоит, какое количество светодиодов. Позже это посмотрим. Я нашел похожий такой же телевизор в белом корпусе у себя, в своих запасах, когда-то был дяде на запчасти. Его смотрели недолго, месяца два, и здесь разбита матрица. Разбили, уронили, чули. Это у нас будет модель 39HT-101 Далбуги. Это у нас хай телевизор в белом таком корпусе. Видим, что вы идентичная корыта. Такой же. Просто я пошел съел в гараж. Сразу же по этим ребрышкам что-то знакомое. Посмотрел 39-я диагональ. И решил его разобрать. Посмотрим, где телевизор. Произведем. О, Квант. Москва, Зеленоград. И посмотрим тебя второй. Там же произведен хай телевизор. Вот модель. Оба телевизора скрыты. И посмотрим внутреннюю начинку. Это у нас BBK, которым будем в нем менять подсветку. Смотрим на материнскую плату. Она уже довольно пыльная. Также маркировочку. Также посмотрим матрицу. Также посмотрим на втором аппарате. Здесь видим материнка. Очень чистая, как новенькая, без пыли. Там уже пыль присутствует. Матрица то же самое. В общем, разбираем телевизор и перебираем подсветку. В общем, задача такая. Снять с этого подсветку и перекинуть сюда. Как бы. Смотря, как он еще собранный внутри. Не заклеено, ничего не приклеено. Бывают эти отражатели там у нас приклеены. Которые там называемые белые. Как вот они собраны. Легко или нет, это перекинется. Ну, это надо будет. Я уже здесь внизу винты открутил, которые держат рамку, нижнюю часть. Мне осталось его скрыть по периметру. Я просто вот так. И он легко расщелкивается.
Ну, этот мне уже не страшно, его как ран разбитый. Все, спокойненько он разбирается. Ножом кухонным открываю. Но он такой не острый, не точенный, ничего. Специально так делал. Для этих целей им удобно открывать. Этот телевизор у вас все равно идет на разбор. И не особо я так могу. Тем, конечно, придется аккуратно работать там. Также посмотрим, приклеена нет ли матрица. Матрица спокойно снимается. Знаете, его можно спокойно снимать. Здесь у нас телевизор на одном заводе сделаны. Это у нас уже разбитая. Осталось добраться до подсветки. Так, в общем, снял матрицу, снял рассеиватели. И здесь у нас получается 3 рейки по 7 светодиодов такими вот квадратными линзами. Сейчас разберу полностью, должен легко разобраться. Сниму и посмотрим маркировочку подсветки. Так, телевизор BBK разобран. Подсветка вот родная стоит еще на месте. Буду с помощью первого вот этого прибора проверять, что не работает. Также многим интересно, всегда пишут, чтоб указывал тип подсветки. Кому-то может быть заказать, кто-то будет с Алиэкспресса заказывать. Вот я, это у меня Хая, абсолютно маркировка их одинаковая. Телевизор сделан на одном заводе. Там маркировка подсветки. Светодиоды здесь 3-вольтовые используются. Сейчас проверяю. Скорее всего, я буду менять все 3. Хотя бы какие-то исправные останутся, то я буду менять все 3. Начинаю проверку. Так, плюс это у нас. Так, здесь у нас полностью исправно. Нижняя, еще раз сейчас подключу. Очень плохо подобраться. Вот. Видим все. 18 вольт, 18,6 показывает. Следующее, исправное, вот наш неисправное. Я какой-то этот диод ушел в обрыв. Так, это начинаю проверять.
Здесь у нас цветодиод ушел в обрыв. В общем, подсветку меняю полностью. И собираю телевизор. Скорее всего, светодиоды выработанные, и возможно будет, если не заменить полностью, повтор возможно обеспечен. Липо на алюминиевой основе. Мы сюда не будем ложить. Можно. Все три. Надежно будет. И еще нам придется убавить ток. Так, это берем. Для надежности работы телевизора. Может быть, третья рейка плохо охлаждается. Здесь у нас вплотную ложатся. А здесь у нас как раз ребро идет жесткости. И вот она, внутренняя часть на ребро. Как бы не полностью здесь плохо захватывает. И здесь тоже ребра идут. Такие вот это как раз на этом меньше охлаждения. Можете, он быстрее перегрелся и ушел в обрыв. Как раз вот этот неисправный получился. Линейки установлены. Одну особенность заметил. В бике черные винты, ухая светлые. Блестящие. То, что я два винтика потерял в момент раскручивания, это выронил. Взял с донора. Тут не искать. Сейчас включаем, проверяем подсветочку. Так. Когда проверяю прибором, всегда отключаю от материнки разъем.
включаем сеть. Все. Работает. Осталось собрать также, что не забываем, нужно убавить ток подсветки. Для уменьшения тока нужно убрать два резистора, удалить по 1.5 Ом. Вот эти вот тут 2 Ом, 1.5, 1.5 и 2. 2 по 1.5 выпаем. Удалил два резистора. Осталось ответственный момент — установить хорошо матрицу, не повредить. Это очень хрупкий элемент телевизора. И вот она лежит в стекле. Матрица такая довольно толстая. Можно взять за края. Но большие матрицы так не советую, конечно, сильно, которые больше. Это вот нюанс. Чтобы вот эти все углы совпали. Вот здесь у нас совпадение. Вот сейчас она встала на место. Я всегда так прощупываю. Все на месте. Осталось рамку установить. Телевизор собран. Включаю. Да-да, все, телевизор готов. Можешь приезжать и забирать. Ага. Ну все, отремонтируем. Угу. Сколько ему по годам-то? Год, наверное. Год? Да. Гром на год так и хватило его, да? Он даже что, на гарантии, наверное. Ну вот, что-то быстро он тебя... Кончился он. Понятно. Так что это. Вот. Угу. Чего, у них болезнь такая, да? Но. Понятно. 3 штуки. Угу. Ну все еще. Ну все. Ну все, можешь смотреть теперь. Вот так новые телевизоры на год хватает. А тот бы на те, наверное, хрен на сколько показывал лет, да? Да.
Я тут это... Приспособа-то у тебя это. Да, чтобы ребятишки не лазили. Че, гарантию даешь? Тоже на год. На год хватит, наверное. Может и больше. Так, у тебя же там тряпка да, была. Вот она, тряпка. Сейчас я его сниму. Только это, осторожно, не дави на экран. Они... Я его на спину положу. Да. Боятся, да? Сильно, да, хрупкие они. На этом все. Подписывайтесь на канал Телемастер 222. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока. До новых видео.